Привет, друзья! Это новый выпуск шоу Book Life. Меня зовут Екатерина Бахтова, и мы начинаем. Английская тетрадь. Субъективный взгляд. В Московском доме книги состоялась презентация долгожданной книги Владимира Познера. Владимир Владимирович также автор книг «Прощание с иллюзиями» и «Одноэтажная Америка» и многих других. В новом произведении герои исключительно англичане. Именно их стремился понять автор. Кто они, загадочные жители Туманного Альбиона? Чопорные замкнутые снобы, которые пьют чай ровно в 5 часов вечера и ездят на кебах? Или, возможно, дружелюбные и чересчур вежливые люди, стремление которых не впускать в свою жизнь чужаков вполне можно понять? Ответы на эти и другие вопросы в своей изысканной интеллектуальной манере пытается найти Владимир Познер. Зовут Екатерина, я студентка Первой академии медиа имени Плеханова. Пользуясь случаем, я бы хотела пригласить вас к нам на мастер-класс выступить. И вопрос у меня такой. Какая идея, мечта писателя Познера? Если у меня мечта, я мог бы ответить вам положительно, но не считая нужным на публику свои внутренние какие-то особые дела сообщать. Ну, я сохраню при себе. С Владимиром Владимировичем я познакомилась, когда читала его книгу «Прощание с иллюзиями». Книга просто так меня вдохновила настолько. Она мне так понравилась, плюс там описана вся его биография. И я просто была в восторге, и что сегодня... Кстати, у меня сегодня день рождения, и я сегодня узнала, что Владимир Владимирович тут презентует свою книгу и дает интервью, отвечает на самые актуальные вопросы. Это просто для меня было невероятно, и я не могла этого пропустить. Вот, поэтому, конечно же, я пришла. Вопросы были очень интересные у гостей, и, конечно же, я взяла интервью и купила любимую книгу своего любимого автора. А на этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Екатерина Бахтова и Александр Румянцев. Не прощаюсь, скоро увидимся!